Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые коллеги. Хотел бы вам показать интересные данные, интересную информацию. Это видео прежде всего для клинических медицинских психологов. Я уверен, вам это будет интересно и полезно в какой-то степени. За несколько лет, десятилетия моей собственной работы, моей собственной практики у меня накопилось очень много графической информации. Графической информации психически больных людей. То есть людям предлагалось проходить определенные методики, проективные, рисуночные тесты и так далее, и так далее, и так далее. И вот в мою практику работы в психиатрии, значит, вот вы сейчас на своих экранах видите, что тут и папочка олига, и папочка органики, и шизофрения, и неврозы, и психопатии, ну и различные другие интересные заболевания, нозологии. И сегодня я решил продолжить этот цикл, который начинал достаточно давно, то есть видео было там, может быть, 2, 3, 4, 5, не помню уже точно, и это было интересно. И я решил восполнить некоторую информацию, поскольку сегодня провел очередной раз обследование, проходили люди, и вот, значит, я столкнулся с интересными результатами, и хочу сейчас вам показать один из результатов из папочки «Шизофрения». Давайте вот я так ее открою, и у меня уже заготовленный файлик открыт. Вот так он выглядит. Это методика на ваших экранах, пиктограммы. И здесь, значит, результат творчества, можно так сказать, по методике пиктограммы у больного шизофрении. Диагноз установлен под точкой, как говорится, то есть сомнений никаких диагноз не вызывает. Ну и, соответственно, обратите внимание на эту самую продукцию, продукцию этого человека. На что тут надо обратить внимание? Ну, прежде всего, это вот на понятие печаль, значит, на понятие развития, на понятие счастья, любой стандартный атрибутивный образ, а вот эти показанные ассоциативные связи, они, конечно, являются выхолощенными, бессодержательными. Далее у нас идет, значит, это подвиг, вполне стандартный рисунок атрибутивного, даже, скорее всего, конкретно ситуационного характера. Вражда, кулак, то есть нарисована рука, и равенство, так вот человек изобразил. Здесь вполне стандартное, у нас идет веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, тоже выхолощенный рисунок, болезнь, счастье, тут изображено облачко, которое набегает, или вернее сбегает с солнышка. Вот на ваших глазах продукция психически больного человека под диагнозом шизофрения. В дальнейшем, я надеюсь, продолжу интересные моменты вам показывать и рассказывать по другим каким-то нозологиям. Я думаю, это вам будет полезно. Вот такой интересный способ выполнения методики пиктограммы. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.